Стреляй, командир. Чего ждем? Где подкрепление? Да связи нет! Мы будем стоять до конца. The symbol of courage and unity in the face of the war. Сталинград. Quantas esperanças. Flores, cristais e mil cantos. Teu nome no filme. A felicidade brota de nossas mãos. Немцев взять Сталинград, они должны были перебить нас всех до одного. Поэтому европейский журналист и автор нескольких бестселлеров Питер Хармсон называет оборону Шанхая Сталинградом на янзы. Overall, if you look at the importance, the symbolic value of the battle, there are, I think there are similarities. Японцы убивали каждого, кто попадался на пути, пока не уничтожили всех. People simply knew very little, or really in some cases nothing, about China's involvement. Я участвовал в наступлении на Мэйтхилу. Это был центральный фронт на территории Бирмы. The Indian Army was involved in running these supply convoys through Iran into Russia. We did study the Second World War, but only very minimally. У нас, к сожалению, историю знают отвратительно. У нас забыто буквально все. Weather terrible. It was North Atlantic. It was really bad. At 12 o'clock, it was so hot. You couldn't touch this, the stones next to you. There's nothing you can do. I mean, you should pray. Пулями изрешечен каждый метр здания. Ведь мельница выдержала не только несколько прямых авиаударов, но и регулярные атаки фашистской армии. И так выглядел весь Сталинград. We had also our battles. And now so important for us, like Stalingrad, Kursk. Любовь к родине у них сравнивалась с нашей. Я надену медали, так как буду говорить на камеру. Все должно быть аккуратно. Подожди, вот они. Ночью что делать? Будем часового выставлять или нет? До войны будем. Может, пронесет?